Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Ну, сегодня давайте поговорим о такой интересной проблеме, как много ненужных приложений, циферблатов на наших часиках Galaxy Watch 5, в частности. Galaxy Watch 4 точно самое. И та же проблема. Много ненужного хлама. Поэтому решил сделать несколько инструкций о том, как удалить, либо, так скажем, отключить приложение на наших с вами часиках. Сначала это сделать с помощью ПК, да, или в моем случае это ноутбука и определенные программки, вот такенные, кстати. Потом сделаю уже как то же самое, но сделать с помощью смартфона. И третье, это как сделать с помощью ADB, ну, другими словами, с помощью командной строки на компьютере. Сейчас же это будет делаться с помощью вот этого вот шикарнейшего приложения ADB App Control. Я его купил, даже на два компьютера взял. Вообще программка просто шикарнейшая, она многофункциональная, но я сегодня покажу только одну из ее функций, или вернее две, это как удалять приложение и как их отключать, в том числе циферблаты ненужные. Ну и начнем мы, естественно, с подготовки часов. Во-первых, дорогие друзья, наши с вами часики и наш с вами ноутбук должны быть в одной Wi-Fi сети. В моем случае это вот она, вот эта вот Wi-Fi сеть. У меня и часы, и компьютер подключены к одной Wi-Fi сети. Причем Bluetooth я на телефоне отключил. Или сейчас отключу. На всякий случай, чтобы сеть не прерывалась. Все. И теперь начинаем мы, значит, подготавливать наши часики к тому, чтобы подключить их к компьютеру. Что, значит, нам для этого нужно? Давайте поэтапно. Идем мы с вами в настройки. Вот они, наши настройки. Нажали настройки, попали в меню настроек. Здесь идем в самый низ. Вот, нам нужно о часах. Нажали о часах. Точно так же делается и на Galaxy Watch 4, причем всех моделей. И нам нужно найти сведения о ПО. Вот оно, сведения о ПО. Здесь нам, дорогие друзья, нужна вот эта вот строчка. Версия ПО. Берем по этой версии ПО и три раза нажимаем подряд. Появляется вторая строка. Кстати, последние три буковки говорят о том, какой регион часов. В моем случае это Индия. Это я уже поменял сам. О том, если вам это нужно, как поменять регион, вы сможете эту инструкцию найти в описании видео. Все, выходим теперь в главное меню настроечек обратно. Так, куда нам крутить-то? Вот сюда нам крутить. И смотрим. Внизу у нас появился пункт «Новый параметр разработчика». Вот он. Нажимаем на него. Здесь нам нужно включить два пункта. Кстати, когда вы проделаете все операции, их обязательно нужно отключить, эти два пункта. Параметр разработчика можно не отключать, но эти именно пункты нужно будет отключить. Так, где у меня? Так, вот отладка ADB первая. Минутку. Отладочка ADB. Вот вы ее видите, ее нужно включить. Соглашаемся. И появляется, открывается следующее меню. Нам нужна отладка по Wi-Fi. Ее мы тоже включаем. И обратите внимание, так как наши часы подключены к Wi-Fi, здесь сразу же высвечивается вот этот IP-адрес. Без пятерок он нам нужен. В моем случае это 192.168.0.7. Все. С часами пока что мы разобрались, но до конца с ними не прощаемся. Почему? Потому что нам нужно будет сейчас кое-какие разрешения дать. Запустили вы, значит, ADB App Control. Где взять эту программку, как ее скачать, установить и активировать. В описании видео будет тоже ссылочка на мой второй канал. Простое решение. Там вы сможете все узнать, понять, установить, купить, что хотите. Я еще покупал ее где-то рублей за 300, наверное. Ну, думаю, что сейчас она подорожала, потому что это было года два назад. Сейчас, думаю, наверное, раза в два, в три, возможно, даже дороже стоит.
Хотя для того, что мы будем сейчас делать, не обязательно нам нужна купленная версия. Пойдет и не купленная версия free, да, бесплатная. Тоже легко можно будет все то же самое сделать, просто уже без пакетного, так скажем, режима. Так, все, вот здесь вверху мы с вами вводим тот айпишничек, который мы с вами видели, без пятерок, как я уже сказал. Это очень важно. И нажимаем, когда ввели эти циферки, здесь изменили, нажимаем вот значок Wi-Fi, подключиться. Нажали. Смотрите, значит, на часах у нас всплывает вот такая вот менюшечка. Менюшечка разрешение подключения. Окей, это значит говорит о том, что мы сможем в следующий раз у нас будет опять всплывать это же самое уведомление даже для подключения к этим часам с этого компьютера. Вторая же вот эта вот, да, если мы дадим разрешение именно ей, то у нас больше разрешения на подключение запрашивать не будет. Все, мы с вами дали разрешение, и наши часы подключаются к нашему приложению, да, или программе АПК App Control. Идет загрузочка. Первый раз будет запрос на установку приложения, именно их приложения App Control, для того, чтобы вот эти вот значки приложений высвечивались именно так, как у меня сейчас. Без него у вас вот так высвечиваться ничего не будет. Я вам сейчас покажу, где оно стороннее. Вот оно, вот это вот приложение. Попросят у вас здесь установить. Вы соглашаетесь и устанавливаете. Все. Теперь поехали. У нас есть системные, как видите, вкладочка приложения. Отключенные приложения или включенные приложения. Да? Дальше системные, сторонние, отключенные. В моем случае, видите, у меня отключено несколько, да, их. И удаленные тоже есть. Я уже, естественно, это делал, причем неоднократно. Мы же с вами что будем делать, значит? Мы с вами берем системные. И далее есть сайт 4PDA, FOPDA, где я взял вообще списочек всех приложений, которые можно, в принципе, удалить. Вот, пожалуйста, этот списочек, ссылочка тоже будет на него в описании видео. Пройдете, там все найдете, этот списочек. Во-первых, списочек циферблатов. Здесь, кстати, вот здесь инструкция прописана о том, как это сделать на смартфоне. Если что, сразу можете уже не ждать моей инструкции, спокойненько здесь воспользоваться. Дальше, какие приложения можно отключить или удалить в принципе, да, и здесь также есть некоторые предупреждения. Потом, шрифты какие можно вот удалить, если у вас вы хотите это сделать. Дальше, измерение артериального давления ЭКГ. Если, допустим, у вас это доступно, как в России, да, вы этим пользуетесь, естественно, этого удалять не надо. Но если вы не в России, у вас установлено модифицированное приложение такое, то оригинальное приложение можно удалить, оно, в принципе, не нужно. Все, ладно, вот здесь мы с вами, допустим, вы можете уже посмотреть, что вы можете удалить, что нельзя. Вот здесь они прописаны, пожалуйста, название, как и здесь. Все есть, в принципе. Сможете разобраться. Я знаю, что вы люди достаточно сообразительные. Все, теперь мы с вами системные. Поехали. Допустим, Bixby. У меня Индия, естественно, есть Bixby. Смотрим. Я вам сейчас покажу, что он у меня есть, этот Bixby. Вот он у меня, этот Bixby. Он мне вообще не нужен. Абсолютно. Я не понимаю, зачем это вообще ненужная вещь такая. Даже для англоязычных, в которых он работает. Вообще такая беспонтовая вещь. Поэтому мы его сейчас с вами удалим. Все. Мы его с вами берем, выбираем. Вот так. Таким вот образом. Дальше здесь берем удалить, а не отключить. Также удалить данные и кэш. Ну, потому что я его не собираюсь даже восстанавливать. Приложение нам, смотрите, удаление, отключение системных приложений может привести там тын-тын-тын-тын-тын. Мы говорим «да». Потом, он же говорит, сделайте резервную копию. Кстати, тоже хорошая вещь. Мы с вами давайте, наверное, сделаем резервную копию, чтобы я вам потом мог это показать. И у нас происходит удаление. Смотрим. Достаточно быстро это все происходит. Во многих случаях, во многих нет. Все, видите, пропал и на часах, и здесь его тю-тю. Теперь по поводу того, где оно сохранилось. Вот у нас есть папочка. Папочку нажали. В папочке у нас есть довланг. Здесь. Дальше. Вот, пожалуйста, мои часики. Причем, какие бы часы вы ни подключали или смартфон,
к этому приложению, оно работает и со смартфонами в первую очередь. А здесь и что-то вы будете сохранять, здесь будет каждый, под каждый смартфон или часы отдельная папочка. Все, мы зашли, посмотрели и смотрим. Вот он, Bixby у меня сохранен. У меня тут, кстати, много чего уже сохраненного. Дальше мы с вами идем и смотрим, чтобы нам еще такого удалить, что нам не нужно, например, да? Ну, давайте-ка, наверное, сейчас я поищу. Есть приложение, которое вообще ни в коем случае. Ну вот давайте, вот эти вот виды под угрозой вымирания. Мы, короче, не будем его удалять, а просто отключить. Все, мы нажимаем «Отключить». Также он нам говорит об этом, предосторожности там всякие, все, мы его отключили. Вот, кстати, управление голосом, естественно, Bixby, так как я удалил, оно мне тоже не нужно. Все, также нажали, здесь я уже, ну, пусть будет сохранено на всякий пожарный, да. И вот таким макаром вы можете удалить все, что угодно. Здесь же это все потом восстановить. Так, я вам показал, как отключить, я вам показал, как удалить. И еще давайте покажу здесь же еще раз, как удалить. Вот большие цифры. Платная программка, как у меня, допустим, вам будет позволять. Что делать? Вы можете выбрать сразу их куча вообще. И шрифтов, допустим. Вот это вот шрифт, по-моему, да? Вроде как шрифт. Ладно, пока не... Вот он, шрифт у меня есть местный. Все, выбрал я их все, нажал удалить или отключить. Тут уж как хотите. Ну, давайте просто отключим. В принципе, они не так много занимают вообще, в принципе, памяти, поэтому можно просто отключить. Так, все, отключаем. Отключаем и ждем с 26. Видите, отключается очень быстро. На самом деле быстро. Теперь проходим и смотрим. Все эти циферки, кто не знает, да, как их добавлять. Кстати, мои циферблаты, вот, этот и этот, вы можете приобрести. В описании видео ссылочки на них есть. И, естественно, отправить мне чек о покупке. Я вам дам доступ в приватный канал Smartwatch. Так, все, нажимаем на плюсик. Все, и как мы видим, остались только те, которые я не обозначил. Вот еще некоторые остались у меня. Их тоже можно будет обозначить и удалить, они где-то там выше. Или отключить. Потом заходим в отключенные и смотрим. Вот они все, пожалуйста. Вы их также можете все отметить и все это дело включить. Да? Или удалить полностью тоже отсюда без проблем. И, естественно, система попросит вас это все дело сохранить. Ну, я удалю. Давайте-ка вот так мы с вами сделаем сейчас, чтобы это вам показать наглядно. Все, давайте сохраним. Конечно, давайте сохраним. Как видите, приложение достаточно быстро работает. Программка с часами. Вообще, просто эта программа находка. Я прям благодарен разработчику, который ее сделал. Вообще, молодец паренек. Дай бог ему здоровья. Или паренек, может, девушка, не знаю. Суть в том, что вот такой человек... Это немалая работа, на самом деле, ну, такую приложуху сделать. Мы как-нибудь еще по мере, так скажем, будем разбираться в работе данного приложения. Просто если его сейчас все полностью показывать, это будет очень длиннющее видео. Итак, мы сейчас с вами уже 15 минут. Короче, я буду, наверное, заканчивать, потому что... Это сейчас все долгая история, еще будет время какое-то занимать. Вам напоминаю, что вы были на канале Smartwatch, вы можете здесь вот подписаться и, конечно же, отметить, чтобы видеть все видосики, которые будут на моем канале. Обязательно! Много интересного вы увидите.